Всем привет, если понравилось вам видео. Дальше будем заниматься Corel Photo. Pine называется. Но Pine, у них много разновидностей фоторедакторов. Это уже не полупрофессиональная, а профессиональная программа, которая делает не только визитки, но и все, что можно. И джифы делают красивые. Но, в принципе, на нее надо, во-первых, учиться. Так, не знаю сколько времени, но месяца три точно. Вот, она и по конструкторам, и по видео идет, и все остальное. Так что я в нее сильно не знаю ее полностью. Ну, то, что можно сделать в нее в 3D, например, картинки, еще как бы можно заниматься. А так нет, как бы. И как вам сказать, что юридическим лицам не советую скачивать. В принципе, она у меня есть, можете скачать, но если скачать, и вам работать только без интернета, если будете работать с интернетом, ну, вам, естественно, надо лицензию, если проверка будет, опять лицензия. А это, как она, хотя бы и она официальная, но она с ключами. Вам придется по ключи покупать, и она стоит около 20 тысяч, может даже больше, не знаю, врать не буду. Так что смотрите, дело ваше. Если у вас карман большой, то можете скачать и пользоваться. Так, ну а вообще-то она у меня бесплатная. Вот делаем любую фотографию, которая вам понравится. Ну, не знаю, там какую там, какая вам нравится. Ну давайте эту. Я просто хотел сказать, что как можно сделать с нее маленьком в 3D, ну, я в основном пользуюсь, что как-то веселее. Ну, смотрим здесь эффекты, можете холстом сделать, вот видите, когда многие люди любят, чтобы как на картинке, как холсты можно сделать. Вот, потом можно здесь очень много таких есть. Ну, видите, как можно картинку сделать, потом ее пойти распечатать на большой лист, на маленький. Также можно и баннеры также делать, которые вам делают за бабки, за бешеные. Вот эффекты, можно текстуру то же самое, ну, булыжниками сделать, то, так вот, например, можно. Вот это вы можете сделать сами бесплатно, естественно. Так, текстуру, ну, пластиком можно, вот смотрите, как бы довольно неплохо получается, видите, сразу полукруглое все. И здесь начинаете вы смотреть, как вам надо, красиво, как некрасиво. Ну вот видите, сразу понятно, да, маленько веселее становится. Здесь убираете, по вашему выбору смотрите, в пределах так вот. Ну, можно как-нибудь по-другому, в принципе. Ну вот, вот вам, пожалуйста, фотография в реальном времени. В принципе, и все. Потом делаем экспорт простой. Рабочий стол. Ну и начинаем экспортировать. Тут смотрим, какую нам надо. И здесь дополнительно есть. Как вам делать надо, посохранить. Ну и все остальное, в принципе. Ознакомьтесь, посмотрите. Можно высокое качество. Да и окей. Она, в принципе, уже готовая. Должна быть. Вот она. Вот простой фоторедактор. В принципе, все. Пока подписывайтесь, не стесняйтесь. Лайки делайте. Чем больше, тем лучше. И мне будет веселее. Пока.